сегодня к нам залетел такой большой мохнатый мотылек, что мы в первый момент решили, что это маленькая пташка. Это одна из самых больших ночных бабочек Европы. У нас на севере встречается редко и занесена в Красную книгу Ленинградской области. Называется «Голубая орденская лента». Вот из-за этой полосы на нижних крыльях. Размах крыльев до 11 сантиметров. Внимание! Она не является садово-огородным вредителем. Питается соком диких лиственных деревьев.